Ну-ка, сын известнейшего в прошлом нападающего КамАЗа Виктора Панченко, одного из двух футболистов в истории российской премьер-лиги, он Веретенников, которые забивали 5 мячей в одном матче. Итак, Бобер, подача, удар, очень неприятный момент, очень неприятный. Кто там? Бобер будет выполнять угловой удар. Знаете, Бобер мне нравится, во всяком случае. Он один из самых активных и самых таких, вы знаете, продуктивных игроков в эти первые 27 минут. Угловые, да, Мордовия ведет по угловым. Подача и удар! Гол! Гол! Кто передний забивает? Или кто там? Или Оприца? Оприца, все тот же Оприца. Смотрите, Слава. Все тот же. Желтый не получил, зато Мукников справа играет. Хотя, вы знаете, он центральный защитник, Максим. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас Мухамедшан. Мухамедшан! Момент! Удар по воротам! Повезло! Просто повезло сейчас Самаре. Как лихо сыграл Мухамедшан. А уверенно разобрался. И сейчас Мунтяно подбадривает своего нападающего. Как попади в створ, едва ли Сергей Веренков спас бы свою команду. Ах, как здорово было разыграно Русланом. 1-0. Забьет второй гол Мордовия. И я думаю, что, в общем-то, судьба практически будет решена. Самаре будет с этой саранской защелкой. Обычно про защелку, когда говорят футбольная, то сразу напоминает кушек, да? Волжская защелка, зацепка, защелка, как угодно, да, замок. Это вот волжская защелка была как раз вот. Ох-ох-ох, Мухамедшан, 2-0, вот это да, Мухамедшан, как было сыграно, да, грубейшая ошибка обороны, все это было безусловно. Смотрите, Верховцов, как столбик был обойден, явно позиционно ошибается белорусский лидер. Отыграли всем. Я бы выделил Бобра, Антона Бобра, который сделал результативную передачу. И объятие, горячее объятие Мунтяну. Вторая победа румынского специалиста. И такая, надо сказать, впечатляющая. Чистенький, абсолютно, с иголочки. Одетый Давид и...